Ежегодная губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году пройдет в новом формате. Изменились условия, номинации и даже название «Мы рядом». Прием заявок уже стартовал. Цель премии не изменилась – поощрять жителей Подмосковья, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические поступки, занимающихся благотворительностью и внесших вклад в развитие Московской области. Победителей будут выбирать в четырех номинациях – волонтерство и благотворительность, культура и образование и двух новых – медицина и здравоохранение и социально ориентированный бизнес. В этом году призовой фонд премии составит 180 миллионов рублей. Каждый лауреат получит диплом и 1 миллион рублей. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане России, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Выдвинуть кандидатуру для участия можно на новом сайте premia-myryadom.rf. Заявки на участие принимаются до 14 июля. Затем в результате общественного голосования будет определена 1000 номинантов, из которых компетентное жюри выберет 180 победителей.